В России предложили запретить продажу алкоголя в магазинах жилых домов. Соответствующее письмо организация «Трезвая Россия» направила помощнику главы государства Игорю Левитину. В нем также предлагается увеличить минимальный возраст при продаже алкоголя с 18 до 21 года. Предполагается, что это поможет уменьшить проблему алкоголизации населения и улучшить демографические показатели. Российских водителей предлагают разделить на две категории – любителей и профессионалов. Соответствующее предложение в закон о безопасности дорожного движения внесло Министерство транспорта. Из любительского курса уберут организационно-управленческие дисциплины. К профессионалам будут относиться те, кто работает по найму. Их обучение станет намного сложнее. В Татарстане речной трамвай свяжет набережные Челны, Нижнекамск и Елабугу. Первый рейс во вторник, 30 апреля. Теплоход М8 будет курсировать по Каме ежедневно с остановками в больших и малых населенных пунктах. Отправка в 6:25 из набережных Челнов.